Как дишь, криптишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Евгением мы продолжим сжигать, убивать, питать ваших самых любимых персонажей во всей вселенной. И да, ребята, всем привет, и эта серия выходит только благодаря вам, йоу! Да, вот, поэтому ставьте лайкосики на Мэйдос, и на нас Евгением. А если мы набираем по 15 тысяч лайков, сразу же выходит новая серия. Мы прям вам обещаем, гарантируем. Так не ленитесь, лайк влепить, а? Что так сложно? Ну что, Эдисон, кого мы будем сегодня поджигать и сжигать, а? Марио, понимаешь, Марио! Японский бог. Ты готов? Подожди, да, готов. А почему тут две кнопочки, на какую нажимать? На верхнюю. Бёрнинг Марио! Виновен! Ой, чуть-чуть не упал. Высоко подпрыгнул. А, мы как Марио, подожди. Так, хорошо, ты кем будешь? Бобзер, Луиджи? Подожди, нужно вначале все посмотреть, что тут вообще есть. Принцесса, я хочу быть принцессой. Принцесса, ну давай, ты будешь принцессой. До свидания, я уже умер, Жека! Я как-то пропустил этот момент. Так, смотри, подожди. У меня это оказывается не молоток, это зонтик. Это зонтик? Ты принцесса? Зонтик. Подожди, ты будешь тогда одной принцессой, да? А я второй принцессой? Или я буду... Луиджи! Мама мия пампалалия! Подожди. А зачем мне дали еще гриб? Я не люблю грибы. Где ты? Bullet Bill. Ты не любишь грибы? Не, люблю грибы, но они какие-то, видишь, зеленые он какой-то. А что, это у тебя в руке? Подожди. Это гриб. Нет, я буду Луиджи, понимаешь? Луиджи, мама мия! Да смысле, как я что-то дарахнулся уже! Я тоже умер. Зашибись, так, хорошо. Нормально, все нормально, мы еще даже не начали, но зато уже умерли два раза. Так. Да, кого мы сжигать-то будем первым? Луиджи, Ламарио и принцесса, давай принцессу, может. Давай принцесса Пич, она персик, понимаешь? Так, все, Ты как? Что-то я как-то очень сильно так шандарахнулся, понимаешь? Смотри, я вижу лаки-блок, тут есть лаки-блоки. Да? Да, а еще у меня есть... Я как-то не заметил, потому что там пропасть прям такая огромная, знаешь, типа, я такой, окей! Ты заспавнил бомбу здесь? Кого? Ты какую-то бомбу заспавнил. Ой. Ты дебил, что ты Ой. Делаешь? Я думал, это лаки-блоки! Жека, я думал, это лаки-блоки! Подожди, бомбы какие-то бомбы у него непонятные, какие бомбы? Ну нафига мы в самый низ прыгнули? Нафига нам мы... Да это не я спавню, какие бомбы? Какие бомбы, Жека? А, я в себя зелье кинул урона, ёкарный... Ааа, дебил! Что происходит? Стой! Чё? Я тут зелье скорости просто кинул, понимаешь? Зелье скорости? Подожди. Так, у меня нету больше лаки-блоков, а сейчас начнется кромчащий звездец, понимаешь? Подожди, Эдисон, нужно срочно! Стой, писюн. Какой писюн, не надо ничего писюн, строить. Быстрее, успокойся, не надо ничего строить. Я построил писюн. Смотри. Да? Да. Жека, ты где? Жека. Я писюн вот, построил. Да? Это, конечно, все хорошо. Держи фруктик. Спасибо! Так, Жека. А еще какашечки держи. Да не надо мне твои какашечки. Тут лава течет, тут все протекает, понимаешь? Ааа, бомба! Дебил! Хватит их спавнить, пожалуйста, успокойся. Лава течет, понимаешь, течет лава снизу. Ты все тут взорвал, ты что ты еще что-то. Да это не я, какие? Я Луиджи! Ла-ла-ла Миго! Как и. Ставит свои бомбы, ставит. Чуть кинул на меня. Ах, тебе говно, вот держите. Помогите! Помогите! Срочно! Помощь, нужна помощь. Да ты заколебал меня, предатель! Предатель! Подожди. Так, я тут спрятался. За что месть? Не знаю. За все хорошее. Ай. Вытащите меня, пожалуйста! Тут уже лава, понимаешь? Жека, а что нам делать? Просто беги, нужно выше подниматься. Куда выше, куда еще? Куда выше, куда еще? А! Куда еще выше, Жека? Я наверху, я забрался наверх. Куда ты наверх забрался? Тут нельзя уже наверх забраться. А я забрался. Ты что, такой молодец, типа? Ты такой молодец? Лава! Лава!
подожди. А что мне делать? А что мне делать? Надо мной лава. Надо мной тоже лава. Ой, Адиса, смотри, смотри, смотри там. Иди сюда. Сюда. Да! Да вот сюда. Ну. Прыгни туда. А что там? Я тебе говорю, там прикольно. Жека, Жека, прыгай! Прыгай, дебил! Я в лаве, нет! Я уже сгорел вообще-то! А у меня экстра жизнь. А, ну да. А, все, ты и так умер. Ты, экстра жизнь принцесса, понимаешь, принцесса, он экстра жизнь у него. Экстра лайф. Подожди, а где наш... Принцесса наша сгорела немного, Жека. Да, она немножко... Так, хорошо. Боузер. Кнокбэк, свап купа. Подожди, а ты кем был? Луиджи или... Мэтл, я пошутил! Жека, убивай его, сталкивай! Все, побежали! Подожди. А Марио, я буду грибочком. Как говорил великий писатель Оксимирон, никто не может быть грибочком. Слышал? А я буду гриб... Нет, я не хочу быть грибочком. Я такого не слышал. Не упал? Шо? Упал. Летун, я сегодня просто залетался, как ты понимаешь. Так, хорошо. Луиджи, мне кажется. Луиджи. Шо? Эдисон, что проблема? А шо? Я назад упал. Куда? Я сейчас прокопаюсь тебя. Куда он назад упал? Назад он упал. Посмотри. Эдисон, у меня есть для тебя сюрприз. Сюрприз для тебя есть. Нормально. Нормально такой, да, сюрпризик, нормально, все нормально. Подожди, мы в Луиджи, да? Луиджи, лама амиго, амиго! А что за фигня? Я заспавнил какой-то Марио Карт. Ебой! Что такое? Тут столько лаки блоков. Да я еще боюсь не спускаться, потому что там стоит этот чувак. Подожди! Собака! Что там? Да я случайно из лаки блока ловушку заспавнил где-то с 3 ТНТ. А, нормально, чуть не... А чё ничего не взрывается, ничего там не течёт? Не течёт. Это очень мирно. Не течёт. Ты стал купой. Я купа! Купа! Пол, как ты стал купой? А что так я купа? Я тоже хочу стать купой. Не знаю. Тут явно круто. Что происходит? Дебил! Нет! Сам заспавнил, хотел меня подзорвать. Вот, а я умный оказался. Ты, о. Ламарио, бразер, держи грибочек, у меня грибочек. Я тоже хочу быть купой, дай мне. Какой куп? Ты купа какая-то. Подожди, что у меня тут вообще есть? Какие-то машрумы какие-то, лаки-блоки, какие-то непонятные вообще. Не знаю, как ты, я буду пытаться залезть повыше. Жек, ты где? Я наверх залезаю. А-а-а, я уже в лаве поплавал! А, да? Ну нормально. Это хорошо. Жека, это не хорошо. Смысл этой карты, чтобы плавать вот. Ты что, дебил? Что ты делаешь? Что я сделал? Что это за ви-ви-ви-ви? А что было? Не знаю, ты меня притягивал к себе. В смысле, я уже горю! Вот именно, так тебе и надо. Тут еще наковальни везде падают! Я горю. Эдисон, ты где? Ааа, я дебил! Ну ты хватит вот это делать свое! Дебил! Ты пешься! Аааа! Жека! Пошел вон отсюда! Как-то недолго с тобой выживали. Что-то да, в этот раз не очень так долго, потому что ты лала Луиджи, понимаешь? Да, пока я уезжаю. It's a rolling. Так, хорошо, мне... Это же скрипал. Жека, мне кажется, очередь Марио, понимаешь? Очередь нашего старого друга Марио. Ой. Да, быстрее нажимай на кнопочку. Да, хорошо. Готов к Марио. Подожди, стой. Класс, я хочу выбрать другой класс. А мне нравится Луиджи. А я хочу быть Баузером, ты же не был Баузером? Я не был Баузером. Стой, я уже два раза был Луиджи. Понимаешь? Пошли. Мне нравятся способности. Поехали. Ой! Ты что там? Я падаю сразу, как только... Да потому что ты в HP такой, понимаешь? Ты в HP. Подожди, сюрпризик. Сюрпризик? Так, хорошо. Что? Какой сюрпризик? Что? Так. Нифига себе, какие-то тоннели тут. Непонятно. Я нашел себе алмазный нагрудник.
Ни хрена себе, я себе на, алмазный шлем нашел. Ну ты крутой. А ты что думал, Так, ай, мне вот эта купа не нравится, Ой! Ты где вообще? Я хожу по каким-то туннелям. Лаки-блок. Ага, ага. Так, ты подожди, я сейчас тебя найду. Еще один лаки-блок, О, нормально. А-а-а! Я упал на какие-то слизневые блоки с ним. Да ты ваш п. Подожди, Жека, я тебя спасу! Подожди! Один, два, три, четыре. Подожди, сейчас все будет. В смысле? Что я найду? Там я слышу тебя. Какие вши не... А, купа, своя купа! Жека, забери свою купу! Нет, спасибо, мне не нужна эта купа. Так. Да ты заколебал меня, купа проклятая! Так, хорошо. Что у меня есть, Евгений? Что у меня есть такого полезного, что сможешь мне спасти жизнь, понимаешь? А ты где вообще? А, вот ты где. Привет. Привет, да. Ой, знаешь, что у меня есть? Ага, что у тебя есть? Очень ужасные вещи могу сделать я! А чё? Ой-ой-ой-ой, полых П, дай тебе зелья кину, подождите! А, всё, зашибись там. Жека! Я тоже улетел. Я уже улетел! Телепортируйся ко мне, Что происходит? У нас есть башня. Ты что, дурак? Я уехал. Я уехал жить в Лондон. Подожди. Жека, садись! Полети, давай, поехали, давай! Давай! Тут выхода нету, Жека! Ты дебил! Так, все, ждем тут. Жека. Потушите меня кто-нибудь, Жек, у меня есть еще одна машинка, если что, садись. Сажусь. Так, Я улетел куда-то! Как все быстро, понимаешь, очень все быстро было! Ты тоже умер? Нет. Ты жив еще? Да, я еще пока жив, еще пока все нормально. Классно, я к тебе телепортировался. Да, тихо, не бей меня. Я тебя не бью. Мне так большие проблемы. Где я? Я плаваю в лаве! Я умер. Зашибись. Нормально. Это всё? Мы спалили. Луиджи, лала Луиджи, ма френд! Понимаешь, принцессу. Да. Ты пяшется он, когда я падаю. Луиджи! Принцесса! Марио! Понимаешь, мы всех убили. Всех убили. Все правильно. Все просрали! Всех убили, все просрали, поймали. Нет, давай! Я не буду тебя трогать, все, пожалуйста, иди в жопу! Спаси меня! В общем, я предлагаю на этом уже закончить, на самом деле. Да. И как у нас обычно в каждой серии бывает, мы говорим то, что если мы наберем много лайков, а мы надеемся, что мы наберем, то мы выпустим еще одну новую серию. Где мы будем сжигать еще кого-то другого. Вот, поэтому обязательно ставьте лайки. Да, с этим я согласен. А еще не только лайки ставьте, а еще и обязательно подписывайтесь на канал. Я вообще удивлен, что прикинь, кто-то на нас не подписан. Как так? Кто сейчас на нас подпишется? Тому Дед Мороз на Новый год принесет. Подожди, что принесет? Четвертую плойку принесет. Вот, если не подпишутся, то лохи. Ну это сильное, конечно, заявление, но я согласен. Вот, поэтому обязательно подписка, лайки, подписка в Инстаграм, ссылочки также есть в описании. И жизнь будет прекрасна. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова.